Из 119 запланированных объектов дорожного ремонта в Новосибирской области в этом году в эксплуатацию ввели 117. Два оставшихся в высокой степени готовности. Общая протяженность трасс, что ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», больше 400 километров. Одна из важнейших задач – кадровое обеспечение отрасли. С 2019 года курсы повышения квалификации от регионального Минтранса окончили 378 специалистов. Со следующего года обучение и аттестацию сотрудников планируют сделать обязательно. В очередной раз были расширены методы контроля, охват контроля. Ожидаемо это привело к количеству выявляемых замечаний. Ничего страшного, не нужно этого пока пугаться. Мы методично будем убеждать наши подрядные организации, что работать некачественно – это себе в убыток. Из положительных эффектов, на что бы я обратил внимание, отметил бы, что в городе Новосибирске доля объектов, работы на которых в этом году выполнялись без замечаний, она выросла и стала больше, чем доля объектов с замечаниями. Это первое. Второе. Оперативно подрядчики выполняют работы по устранению замечаний.